сезон клубники, обязательно попробуйте это чудесное лакомство. Готовится просто, а получается очень вкусно. Нежные творожные шарики, в которых сочетаются сладость и приятная кислинка клубники. Красивый и оригинальный десерт, который не требует выпечки. Идеально подойдет для семейного чаепития, встречи друзей или детского праздника. Рассказываю, как приготовить творожные шарики с клубникой. Берите рецепт на заметку. Печенье 200 грамм, песочное. Клубника, 150 грамм, свежая. Творог, 150 грамм, у меня домашний. Масло сливочное, 90 грамм. Сахарная пудра, 2 столовые ложки. Кокосовая стружка, 20 грамм. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Печенье поломайте на кусочки. Измельчите печенье в блендере или при помощи мясорубки до однородного состояния. Добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте. Добавьте творог и сахарную пудру. Замесите мягкое тесто, соберите его в шар и пока уберите в сторону. Клубнику почистите, промойте и откиньте на сито, чтобы стекла вся вода. От теста отщипните небольшой кусочек, скатайте шарик, величиной примерно с грецкий орех и разомните его в лепешку. По центру положите ягоду клубники. Закройте ягоду тестом и скатайте шарик. Тесто не липнет к рукам, с ним очень удобно работать. Все шарики обваляйте в кокосовые стружки, переложите на блюдо и уберите в холодильник на 30 минут. Творожные шарики с клубникой готовы. Приятного аппетита!